Около 2 лет назад отделение пенсионного фонда внедрило в регионе систему электронной очереди. За это время она отлично себя проявила. Ежегодно клиентские службы посещают более 350 тысяч граждан, то есть каждый четвертый житель области. Систему электронной очереди мы начали внедрять около 2 лет назад. Для чего придумана или используется такая технология? Только в целях, в основной, главная цель – это минимизация ожидания в очереди приема. Наше стремление – гражданин должен как можно меньше провести времени в наших территориальных органах, в клиентских службах, или, ну, в основном мы принимаем через клиентские службы. Как бы мы ни старались создавать условия для ожидания, благоприятные, комфортные, все равно человек не должен терять время, находясь в очередях. И этому способствует как раз вот технология электронной очереди. Система электронной очереди позволяет равномерно распределять потоки посетителей и нагрузку на специалистов. Это оптимизирует работу. Такой подход посетителям нравится, ведь теперь им не нужно часами стоять в очередях. Очень понравилось. Очереди нет, сотрудники все вежливые, прям хорошо. В отдаленных районах области используется так называемый мобильный офис. Андрей Епишин работой управления пенсионного фонда в Твери и Калининском районе остался доволен. Процесс получения услуги занял у него считанные минуты. Надо не забывать велосипед и, конечно, регламент, который соответствует типам и видам услуг, которые мы сегодня организовываем в наших учреждениях. Хотя, кстати, не только учреждения такие бюрократические совсем, а это учреждения здравоохранения, где очень много посетителей. Мы должны их использовать, в том числе и программное обеспечение, и нормативную базу. Опыт организации работы управления, а также работу системы электронной очереди Андрей Епишин готов рекомендовать другим учреждениям, которые оказывают услуги гражданам.